В Апатитской гимназии появился телескоп для школьных занятий. Наблюдать небесные тела средь бела дня и фотографировать их смогут даже самые юные астрономы. Какие еще сюрпризы приготовлены для любознательных учеников, узнавали Ольга Сачья и Владимир Ильницкий. В гимназии открылся целый инжиниринговый центр, несколько лабораторий и естественно-научного направления. Новинка для школы – телескоп. Он пришел в разобранном виде, и дети сами, под руководством учителя физики, собирали его почти с нуля. Теперь самостоятельно подготовят его к работе. Наша задача, чтобы именно дети погрузились в науку, сами самостоятельно настроили данное оборудование, выставили координаты, научились с ним самостоятельно справляться и работать. Новое оборудование позволяет стимулировать интерес ребят к сложным предметам. Программирование роботов – одновременно игра и занятие физикой, информатикой и технологией. Расскажи, покажи, что они будут делать сейчас. Они сейчас будут бороться на том маленьком уровне. Включать, выбрать. 3D-принтеры и ручки, магнитные коврики для роботов и движки для машин. В инжиниринговом центре можно найти все и даже собрать что-то совершенно свое из наборов деталей. Мы приобрели их, как и номера, там они отличаются. Отличаются только тем, что, например, здесь паяльная лампа есть, здесь нет. Все серьезно и по-взрослому. Заниматься в лаборатории могут не только ученики первой гимназии. Она является ресурсным центром для старших классов всех школ.